Друзья, всем привет! Вы уже собрали урожай кабачков. Часть кабачков вы съели, часть урожая вы переработали на зиму, накрутили банок, часть кабачков вы раздарили своим друзьям, знакомым, родственникам, а еще немного у вас осталось кабачков, и они лежат без дела, и вы не знаете, как их переработать. Смотрите, что с ними делаю я. И если вам понравится, готовьте их точно так же. Ну вот, друзья, у меня осталось еще много вот таких кабачков. Но я все равно их пускаю в дело, пускаю в переработку. Потому что вот какие красавцы выросли кабачки. Как они старались, росли, радуют глаз. Ну, как говорится, это даже и не рецепт. Я бы это рецептом и не назвала. А просто способ, один из способов приготовления вот таких уже крупных кабачков. Способ абсолютно не требует никаких усилий. Хотя нет, друзья, одно усилие все-таки нужно приложить. Это очистить уже грубую кожицу кабачка. Она, кожица, стала уже довольно-таки жесткой, но все равно ее можно достаточно легко очистить. Уберем всю мякоть из кабачка, семечки и порежем такими небольшими брусочками. Ну, в общем, смотрите, как все легко и просто. Нарезаю кабачок брусочками. Разогреваю в сковороде растительное масло и отправляю кабачок. Жарю на сильном огне до образования золотистой корочки. Периодически помешиваем кабачок. И жарим до готовности. Ну вот, друзья, наши кабачки практически готовы. Я их немножечко посолила, соль у меня уже со специями. Вот так легко и просто мы приготовили кабачок. Приятного аппетита, друзья. Всего вам самого доброго. До новых встреч. Пока-пока. И в добрый час, друзья.